Всем здорово! В этом видео будет тест Кинга Гелиос от компании МК. Ну, как бы атакаратоми у меня нету по понятным причинам. Ну, я решил сделать тест Кинга Гелиоса, потому что меня подписчик попросил. Ладно, погнали. И скорее всего вы его дальше не увидите. Ну, в смысле, когда я буду снимать у себя дома. Я сейчас в гостях. Так как я подарил своему троюродному брату. Поздоровайся. Привет. Да. Супер хайперин другому брату. Ладно, погнали. Первый бой против Бущина Ашура. Как казалось бы, почему я не дал как бы играть Кингом Гелиосом своему брату, которому я его подарил. А потому что он сейчас снимает. Если он то и бишь коряво снимает, то извините его, потому что это все-таки человек. Логично. И кто же победит? Неужели Кинг Гелиос проиграет Бущина Ашура? Конечно, нет, конечно, нет. Ну как он проиграет Бущина Ашура? Ладно, погнали. Супер. Хотя нет. С Арчером Геркулесом. Довольно мощный бой. Ну как довольно мощный? Один из мощнейших боев третьего сезона, однако. Которого взорвать можно, выбить можно, но перекружить, ну ты чё. Вот им выбивать, кстати говоря, можно. То есть МК, не знаю, как у вас. У меня МК как-то немного подстерлось наконечник, ну как у меня, у него подстерся наконечник, он теперь немного атакует, так скажем, мощнее атакует. Но выносливость у него меньше вроде как стала, да, видите, да? То есть выносливых он просто не может никак победить, ну, победить может только если взорвать или выбить. Он сейчас на защите был, поэтому он не взорвал Геркулеса. Ну и не только поэтому, потому что он всё-таки... А другой брат, он не тут. Поэтому он не играет в хайперин. О, выбивание с ринга. Следующий бой хочется еще поиграть этими двумя красавчиками. Потому что они у меня появятся, наверное, через месяц, что ли. Вау! Снова выбивание. Но это не совсем считается, видите, да? Здесь как бы она сломалась от ударов Гелиоса и Хайпериана. То есть я играл дома, а она просто отломалась. Я снова ее как бы приклеил, но она снова здесь отломалась. Да, видите. И что происходит? Ладно. Ну я вообще могу рекомендовать его. Как бы хороший бой. Довольно. Ну а всем спасибо за просмотр. Пока. Да, и пока. Всем удачи, всем пока, до скорого.